шок. Привет, зритель. Ты не обращай внимания, нет, обрати внимание, волосы мокрые, они еще не высохли. Сейчас у нас 3 ночи, я 2,5 суток почти постоянно спала, и я наконец-то жив и здоров, в смысле здоров. И так как я в шутку предложила пожрать яблоки на камеру, человек согласился, то я сейчас пожру яблоки на камеру. Мало. Всем штук я себе положила. Причем я тут тарелка, и сзади еще тарелка. Сзади тарелки 3 яблока. Еще у меня тут мандарин, который созрел. Тянет на 50. И всю субботу я практически дрых. Сейчас думаю заваять фундю. Ну, в смысле шоколад что-то где-то запить. Я в пижаме. Сей ролик специально для тех, кому хочется яблок, но религия запрещает в одиночку их пожрать. Еще больше религия запрещает зеркало поставить рядом. Ну, может, не всем нравится на себя пыриться, жрущего в зеркале. Кушающего. Мне как бы хотелось яблок пожрать. Я тут последние 2,5 дня их периодически ела. Но последнее время старалась их поменьше. Я думаю, вдруг я сейчас все захомячу. А камеру-то не... потом, когда включу, уже и хомячить-то нечего будет. На желтой чашечке справа кефирчик стоит. Я думаю, что он уже не такой холодный, его можно будет попить. Я хотела бы выползти на воздух, но как бы голова мокрая. 3 утра, темно там. Выползу завтра утром. Давай расслабляй. Вот это яблоко слегка начинает морщиться, оно как бы говорит мне, Лёда, съешь меня в первую очередь. На камеру смотреть, а я на яблоко. Ой. Сейчас тут будет чайник, потом я его выпишу. Потом он слегка постоит, и я заварю чай. Желтые яблочки-то я их не ела. Ну, вот, кстати, тоже уже немного сморщилось. Ну так вот, по ощущениям. Они отличаются по вкусу-то. Более сладкая.
И, по-моему, они все такие, как московская дешевка по виду. Ну, не такая, как бы тожечка. Похожа на грушу. По виду, по шкурке похожа на грушу, по виду не похожа. По виду похожа на яблоко. Ну, что делает? Ну, вот таких вот больше было. Это в том наборе пакетном. На 2 кило из 5. Так, я должен эти яблоки мяшу, да? Его можно даже обозвать десертным яблоком. Те два тоже были сладкие, но это как-то более такое. Что-то есть. Прям, в принципе, такой же, как тут. Это такое яблоко, как более обычное яблоко по сладости. Не знаю, как ты, зритель, а я яблоки иногда запиваю чаем. Поэтому чай надо сейчас сообразить. Я тут, короче, зритель, залила чай и подумала, что пока он настаивается эти 3 минуты, можно включить свечечку, отвесить какао с маслом, пожрать еще яблоко. Это такое совсем пресное практически. Бывают такие яблоки, по круговой мне как-то попалось. Вроде как дикая яблоня. Вроде как от хорошего семечка. Но такая не кислая, не сладкая. Вот такое же яблоко. По-моему, 5-е яблоко получается, да? М-м.
Ну, что, не включился, что ли? Десять грамм. Так не крути, 10 грамм. 10 грамм. Я вот один рецепт нашла, ну там как бы он купете, а я с телефона управляю, мне туда никак сейчас не выползти. У меня шкурка яблока в зубах застряла молочных. Да вообще один не молочный рядом. В общем, молочный и постоянный сжали между собой кусок шкурки яблока. Трындец. Ну вообще, ну и там не совсем такие пропорции, как мне надо. Но примерно то, что я хотела. Я примерно помню как. Но другой рецепт, который я нашла, там масло какао и какао тертое. В пропорциях один к трем. Ну, в общем, масло какао один. И три такого же масла тертого. Ну, в смысле какао тертого. 13 грамм. Тут эти 30 грамм еще надо набрать. А может, я их все вместе сейчас положу. Буду докладывать. Не забываем куснуть яблоко. Но оно потухло. Сейчас надо это переложить, включить и взламово взвесить. Сейчас 9, так было уже 10. Эй, было 10. Вот 10. Я, конечно, еще есть весы, которые эти китвордовские. Подарок за обзор, пришедшие. Не в этом столе. Ну. Надо палыть. Хорошая какая масло ты. Чайник, наверное, там уже заварился. Зритель, который любит пожрать на камеру, в смысле, посмотри, как жрут на камеру, первым увидит это. Я потом это отдельно обговорю всем роликам. Ну, в смысле, в одном ролике весь чай такой, что купила. Обновить свою коллекцию чая, скажем так, это Сиху Лудзин. Лунцзин или Лудзин. Кто как, короче. Кто что гораздо. Длительный китайский чай 50 грамм. Так, вообще. Положить так. Вот он тут. Одна сплошная заварка, если что. Возможно, горячо. Да, ну не то, чтобы сильно горячо. У меня яблоко в зубах застряло. Я тут опять накидала сюда. Может, легче. Хотя нет, не легче. Сейчас заново взвешивать буду. Не,
Зритель, я весь процесс записывать тебе не собираюсь. Просто пока пью чай, взвесю. Эй, чё? У меня тут трагедия века, к чаю ничего нету. Только мед, джем какой-то самопальный. И варенье самопальное. А еще две халвы. Но что-то они в меня не лезут. А еще кусочек пирожка из песочного теста, но я подозреваю, что он уже высох. Там все маленький был кусочек пирожка, я про него забыла. 10. В общем, сколько тут будет? Больше уже не буду докладывать. 20 грамм. Значит, мне надо 60 грамм какао. Тёртого. Но он, по-моему, я таким большим куском, что... Но если что, зритель, в какао тёртом уже есть вот это вот масло. Ну, как-то вот. Если ты на Инстаграм подписан мой, то там видел у меня фоточки в кофемолке борщ молотого сахара кокосовой пальмы. Вот я его как раз снова сегодня хочу помолоть, сюда зафигачить. Блин, чем бы попить-то? Все, у меня есть варенье, еще одно. Да, положу пока, там что-то как будто совсем холодно. Какая-то сладкая штука есть у меня тут. Где у меня вообще этот сахар? Так. Вообще, как бы элитный чай пьют близнецов, в лучшем случае. Ну или там с каким-нибудь десертом. Вот как-то мне Никачи присылал из Японии прессованный японский сахар. Нет у меня такой части. Но у меня есть вот это. Я сейчас отсюда возьму ложечку. Мне там еще пришел пальмовый сахар. Я заказала себе и кое-кому на Новый год. Брала последние две коробочки. Ну так как я сегодня еще помирала в начале дня. Хотя температура у меня быстро укокошилась. Точнее, я поняла, что температура 36,6, 36 ровно, 36,3 это вот и по ощущениям будто у тебя там 37 или 38, но это как раз вот 37 равно вашей 38, 36 равно вашей 37. Сурово быть мутантом. Если что, это самая ирония. Меня подружка так называет, когда кто-нибудь докапывается до моих зубов молочных или советует какие-то неимоверные таблетки от какой-нибудь там мигрени, или офигевает, что я могу пить магнезию с водой, и мне при этом не надо бежать, как если бы я выпила чая «Летящая ласточка». Ну, какой-то такой чай есть в аптеке. У него там еще в составе ПЛР. В лучшем случае, в худшем случае, какая-нибудь неразрешенная химия. Нос слегка согрелся. Но это уже не как у меня было, что чувствуешь под глазами такое. Ну, такие ощущения, когда вы, допустим, простудились, а у вас там насморк, кашель, температура. Сейчас уже просто, у меня бывает такое, с холодной улицы придешь в горячий дом, и нос согрелся, и начинает высмаркиваться. Хай-сё! Это у нас колодец дракона, если что. На Вайлдберрис была на него скидка, я не помню, почем я его покупала. Но что-то у меня там порядка 1500 я там оставила на всякий чай. Там еще за 80 хвостиком был чай.
Тетя меня попросила заказать себе зеленую жасмином. Бета. Хороший, кстати. Бета хороший вообще чай. Гринфилд совсем испортился. Вот в начале года покупала сенчу японскую от Гринфилда. Ну такая средней паршивости, но все-таки сенча. Теперь это пересушенный китайский чай с закосом под сенчу. На деле это очень... Ну, то, что отсеялось от колодца дракона, такой очень третий сортный колодец дракона, практически безвкусный, пересушенный. Даже уже вообще, ну никак. Поэтому я его заварила, ну стала решила смешивать с чем-нибудь, или так, от безысходности. У меня всякие, сейчас будут, тогда слабонервные, не смотрите. Тут, короче, ягоды, листья малины, ежевики, листья и ягоды, лепестки красной розы садовой и вот эта зеленая зелень, ну в смысле зеленый чай. Он настоялся, теперь так кисленький стал. Надо будет его допить. А то жалко. Растение туда зафигачило, один раз попила, залила заново и забыла. Кусочек шкурки яблока так еще и не вырез. У вас бывает, зрители, такое, что яблоко в зубах застряло? Горячо? Наверное, все, зритель. Я сейчас буду соображать, как по рецепту сделать какао, в смысле шоколадик. А тебе, зритель, спасибо за компанию. Мне вот даже и яблоки с чаем иногда благородная отрыжка идут. Я не знаю, слышно было или нет, у меня такой тык. Внутренний их был. Приятного тебе пошло, зритель. Если тебе как-то было некомфортно, поставь у себя зеркало перед лицом и похомячь. Пока. Чавк, 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 чавк.